Всем привет! Это анонс 13 серии шоу «От пацанки до панянки» 4 сезон. В этой серии будут съемки клипом на песню «Не бэйби» певицы Джерри Хейл. Конечно, девушки будут в восторге. Кто не хочет сняться в клипе? В клипе покажут судьбы оставшихся участниц. Перед тем, как снимать клип, девушки познакомятся с певицей, которая расскажет о своей непростой судьбе. Так, к клипу. Пацанки играли сами себя. Юлия Чегринец снималась в комнате с цепями, так как в детстве ее садили на цепи. Женя Мазур снималась в наркопритоне, так как, надеюсь, бывшая наркоманка. Вика Алехина причиняла себе вред. Кстати, почему-то сама Вика об этом никогда ничего не рассказывает. Катя отправилась как бы в интернат, где Катя пережила самые неприятные моменты, где ее ни за что осуждали, оскорбляли. В конце серии произошла драка, которую начали Юля с Женей, присоединилась Катя. Ну и кто-то из этих девушек поедет домой. Думаю, что это Катя, так как она уже несколько недель была в волоске от выгона. Но это только мое мнение, а не спойлер, поэтому смотрите серию спокойно. На этом все, подписывайтесь на канал, до скорого!